У Меркель-Орбана разногласия в вопросе миграции. Канцлер Германии напомнила премьер-министру Венгрии о необходимости следовать принципам гуманизма при решении миграционного кризиса. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в вопросах миграции видят мир по-разному. Об этом глава венгерского правительства заявил в четверг, 5 июля, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине. Орбан отметил, что Венгрию сильно ранит обвинение Германии в отсутствии солидарности в вопросах урегулирования миграционного кризиса. Солидарность заключается в том числе и в том, что венгерские пограничники разворачивают тысячи мигрантов, которые в противном случае направились бы в Германию, цитирует главу венгерского правительства агентства Reuters. При этом Орбан подверг критике деятельность властей Греции, которые не регистрируют многих беженцев, оказавшихся на их территории. Орбан напомнил, что венгерские власти ранее неоднократно выступали в поддержку идеи создания центров по временному размещению беженцев за пределами Евросоюза, но этот план не мог быть реализован без поддержки Германии. В свою очередь Ангела Меркель назвала встречу с венгерским премьером очень продуктивной. При этом она отметила, что Будапешт не чувствует своей ответственности за беженцев в рамках Дублинского соглашения, даже если речь идет о мигрантах, зарегистрированных в Венгрии. Федеральный канцлер напомнила о приверженности к гуманизму как об одном из базовых европейских принципов. В дебатах о путях разрешения миграционного кризиса нельзя забывать, что речь идет о людях, подчеркнула Меркель. Федеральный канцлер и глава венгерского правительства подчеркнули единые взгляды на необходимость улучшить защиту внешней границы ЕС, а также желание совместно работать с целью предотвращения причин массовой миграции. При этом Меркель подчеркнула, что желание укреплять границы не означает стремление к самоизоляции Европы. Наоборот, необходимо открывать пути для легальной миграции для работы и учебы в ЕС. Источник. Русская служба DW. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и HTTPS://TimiCorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.